Алексеевич, это Семагин. Я думаю, мы можем попробовать. Когда вы сможете быть? Добрый вечер. Здравствуйте. Куда присесть? Сюда. Мне сигаретки. Сейчас, конечно. Спасибо. Посмотри назад. Привет. Здравствуй. Прошу вас. Спасибо. Мы 100 лет не виделись. Я очень рада, что ты позвонил. Мне было нетрудно. Красивое кафе. Ты помнишь, я раньше мечтала о таком. Чтобы было тихо, уютно. Играла музыка. И можно было сесть за любой столик. А ты по-прежнему немногословен. Молчу. Расскажи о себе. Как ты поживаешь? Не знаю. Наверное, хорошо. Помнишь, я говорил, у меня была идея? У меня получилось. Я стал богат. Очень богат. Я рада за тебя. А как поживает твоя жена? Она покинула меня 5 лет назад. Мне очень жаль. Смотри, какой дождь пошел. Заметь, я дождался тебя, пока ты войдешь. Помнишь, как ты хотела сделать фотографию моего отражения?
При этом упала в лужу. Да, я упала в лужу. Я испачкала одежду, я порвала чулки, я разбила коленки, но я не уронила фотоаппарат. Но при этом фотографию ты все-таки сделал. Изображение получилось смытым, и ты не попал в кадр. Но были и другие фотографии. Да. Тогда мы бродили по городу целый день и фотографировали все подряд. Помнишь? Однажды мы ночью скрывались от дождя, забежали в кафе, никого не было. Мы были одни. Да. Мы тогда здорово напились, чтобы не простудиться. И тогда в этом кафе играла эта музыка. Точно. А мы? А мы танцевали. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. But the red do that, do that, but the money, Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper, buonasera, with that old moon above. The Mediterranean Sea. In the morning, Signorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop, we'll stop and linger. Мне надо идти. У меня очень болит голова. Позвони мне еще когда-нибудь. Позвоню. Обещаешь? Обещаю. Виктор Алексеевич, наш юрист сказал, что новые условия передачи диагностического центра необходимо оформить дополнительным соглашением. Прошу вас. За 5 лет она ни разу меня не назвала по имени. Я наблюдаю ее в течение 5 лет. Бывая по нескольку раз на дню в ее палате. И вы сами стали свидетелем того, что она сегодня меня не узнала. Виктор Алексеевич, ее мозг умирает. Я не берусь предсказать, сколько она проживет. День, месяц, год. Поймите. Человеческий мозг не изучен до конца. Для того, чтобы говорить что-то с определенностью,
Хорошее кафе получилось. Да, неплохое. Почти как тогда. Я вчера перечислил деньги, завтра они должны упасть на счет. Спасибо, мы за это благодарны. Улетаю в Лондон. Пускай будет телефон всегда при ней. Хорошо, договорились. Она не помнит, что она моя жена. Виктор Алексеевич. Главное, что напомнит самое яркое событие в своей жизни. Какое? Любовь. Я очень рада, что ты позвонил.